Здравствуйте, в эфире информационная программа «Будни», в студии Евгения Ижутова. Коротко о главных темах. Власти на прямой линии. Около часа Виктор Щигрев отвечал на вопросы биичан. Сегодня расскажем подробнее. Смертельная авария под Бийском. Сотрудники полиции просят учитывать водителей сложные погодные условия. Отдых вне закона. Владельцам турбизнеса в Горном Алтае дали время для легализации. Иначе собственники лишатся и земли, и имущества. Новые спортивные объекты появятся в Бийске. Возрождение исторического центра города уже начинается, а также экология, транспорт и общественная среда. Глава города Виктор Щигрев провел прямую линию. Мэр в прямом эфире ответил на вопросы бийчан. Всего их поступило около 100. Подготовка к прямой линии длилась несколько недель. Обращения, предложения и требования поступали по телефонам и через социальные сети. Можно сделать вывод. Больше всего бийчан беспокоит благоустройство и инфраструктура Наукограда. Эфир в студии Бийского телевидения начался сразу с первостепенных для всего города вопросов – общественный транспорт и дороги. Интересуются жители и автомобильными дорогами. Какие из них в следующем году, а также войдут в ремонтную кампанию, да? Какие-то улицы давайте перечислим. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на следующий год предусмотрено финансирование в размере 246 миллионов рублей. В рамках этого проекта будут отремонтированы 4 участка автомобильных дорог. Это улица Ленина, полностью центральная, улица Горького, улица Кожзаводская, это направление в сторону Белокурихи, улица Льва Толстого. Говорили и о настоящем. Злободневная тема с наступлением зимы – снег и гололед на улицах. Есть претензии к качеству уборки улиц. Виктор Щигрев уверил, сбоев в этом году не ожидается. Для убедительности озвучил цифры. Стоимость работ по муниципальному контракту – 176 миллионов рублей. Порядка 70 единиц техники готовы выйти на дороги. Заготовлено более 9,5 тысяч тонн антигололедной смеси. Во время прямой линии по просьбе бийчан озвучили и такие важные темы, как состояние Ковлевского озера, газификация, льготы для участников СВО и 31-я школа. Вопрос, скажу сразу, наболевший, вопрос серьезный. Он и прорабатывается в администрации города Бийска и в правительстве Алтайского края, в Министерстве образования и науки Алтайского края. Весь этот вопрос держится на контроле. Но на сегодняшний день мы получили положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края на проектно-сметную документацию на строительство школы номер 31. И мы понимаем, что стоимость этого проекта 873 миллиона рублей. Сумма для Бийска большая, и, как заверил мэр, сейчас прорабатываются возможные источники финансирования. Надежда только на федеральный бюджет. Определено, что из этого же источника поступит средства и на восстановление старого центра. Один из поступивших вопросов как раз касался состояния исторических зданий. Такое уникальное здание, так красивейшее, можно сказать, я не побоюсь сказать, что во всем городе. И вот так вот рушится. Возрождение старого центра Бийска уже началось. Разрушение купеческих особняков, упадок исторических мест будет остановлен. В этом деле Бийск заручился поддержкой Совета Федерации. В рамках Дней Алтайского края в Совфеде был поддержан вопрос о реставрации объектов культурного наследия. Пассаж Фирсова и пассаж Второго. Предварительно срок реализации проекта до 3 лет. Еще раньше приведут в порядок территорию сквера Фомченко. 103 миллиона рублей Наукоград выиграл в федеральном конкурсе благоустройства. И уже в следующий год приступить к благоустройству сквера Фомченко. Ну, с памятником это будет набережная, это будет очень такое красивое новое место обновленное. Вот в следующем году эти все масштабные работы планируем выполнить. Подрядчик на проектно-сметную работу уже определен. Работы начнутся в 2025 году. Развитие ждет и другие районы города. Несколько бийчан обратились с просьбой заняться темой досуга и спорта. Стало известно, в городе запустят бассейн в центре «Мать и дитя». А на Зеленом клине рядом с 17-й школой построят новый. Документация уже готова. Стоимость стройки – 400 миллионов рублей. Это будет новый модульный бассейн на 25 метров. Это 6 дорожек полноценных. То есть вот эти работы мы планируем уже выполнить в следующем году. Вот, на данный момент мы уже проводим торги на поставку этого модульного бассейна и параллельно проводим торги на подготовку основания под бассейн.
Трансляция длилась около часа. Мэр успел ответить на 20 вопросов. Остальные без внимания не останутся. С их авторами свяжутся дополнительно. Полная версия прямой линии с Виктором Щегревым доступна для просмотра в сети, на сайте Бийской администрации и ресурсах Бийской медиагруппы, сайте газеты «Бийский рабочий», а также страницах ВКонтакте «Бийск. Мой город». А вам спасибо за вопросы. Напоминаю, это была прямая линия с главой города Бийска Щегревым Виктором Андреевичем. До свидания. Уже через неделю, 21 ноября, состоится прямая линия с губернатором Виктором Томенко. Обратиться к главе региона может любой житель края. Достаточно оставить вопрос в социальных сетях или же на сайте прямой линии. Промышленность, медицина, доступное жилье и дороги, а также коммунальные и социальные темы. На часть вопросов губернатор ответит лично во время прямого эфира. На остальные обратная связь будет дана письменно, но указанный в обращении адрес или личный аккаунт, с которого задан вопрос. Напомним, глава региона в этом году уже проводил прямую линию. Она состоялась 31 июля. Тогда главе поступило более 1600 обращений. В Алтайском крае с начала года умерло в два раза больше людей, чем родилось. Естественная убыль населения с начала года составила 12 608 человек. Это на 2620 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Алтай-Крайстата, с января по сентябрь в роддомах появилось на свет 11 708 младенцев. На 892 новорожденного меньше, чем в прошлом году. При этом показатели смертности за год тоже изменились в пользу увеличения. За три квартала текущего года в регионе умерло 24 316 человек. Впрочем, в Алтайском крае есть и положительные тенденции. Так, за указанный период снизилось число разводов. С января по сентябрь распалось 7469 пар, в то время как в прошлом году этот показатель превышал отметку 8000. Смертельная ошибка в плохую погоду. На трассе Бийск-Барнаул случилось ДТП с трагическим исходом. Водитель «Лексуса» пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Водитель одного из них погиб на месте еще до приезда скорой. ДТП произошло на 243-м километре автодороги Чуйский тракт в Косихинском районе. Предварительно установлено, что 49-летний водитель, управляя автомобилем Lexus 350, следуя со стороны Барнаула в направлении Бийска, при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, а следом еще с двумя иномарками – Nissan Qashqai и Toyota Mark II. В результате аварии водитель Toyota Corolla скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, а два пассажира были госпитализированы. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело за нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с резким похолоданием Бийская госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с призывом проявить повышенную осторожность на дорогах. Госавтоинспекция МО МВД России Бийская настоятельно рекомендует в условиях гололедицы всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Чтобы избежать аварийной ситуации на дороге, водителям транспортного средства необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также не нарушать правила обгона, которое является одним из самых опасных маневров, требующих от водителя максимальной концентрации и грамотной оценки дорожной обстановки. Сейчас будет реклама, а дальше вернемся к новостям. Забудьте про морозы. В наших куртках и пуховиках тепло и комфортно в любую погоду. Огромный выбор размеров и стилей. Ермак, Митрофанова 35, остановка вокзал. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама, узнай и ты. АЭС «Финанс». Узнал, передай другу. Сбережения до 22% годовых. Семинары, тренинги, совещания, презентации или мастер-классы Бийская медиагруппа предоставляет современный зал для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование, зона для кофе-брейка. Подробности по телефону 31 31 15. Три месяца на легализацию, а иначе снос. В Республике Алтай продолжается работа по наведению порядка в землепользовании. С момента старта массовых проверок выявлено более 200 участков, используемых нецелевым образом. Среди них и популярные туристические базы, в отношении которых власти приняли категоричное решение – снос. Подробности в нашем следующем сюжете.
Этот туристический сезон для базы «Алтай-Эко-Вилледж» – последний. Под контролем судебных приставов здесь производят демонтаж летних домиков. Незаконные строения принадлежат предпринимателям из Новосибирска. По документам – это земли сельхозназначения, если быть точнее – пасека. По факту 11 гостевых домиков, баня, бассейн, терраса для проживания туристов. Были проведены судебно-технические экспертизы, которые в том числе подтвердили, что здесь находятся, да, объекты не капитального строительства, но на земле сельхозназначения. И решения суда были о сносе данных домовладений. Важный момент. Участок относится к категории земель сельхозназначения. Соответственно, использовать его можно только в этих целях. Жилищным строительством или обслуживанием туристов здесь заниматься по закону нельзя. Однако предприниматели продолжали осуществлять деятельность вне правового поля. На основании заявления МСПО России по Республике Алтай об изменении способа и порядка исполнения решения суда, определение Мамитского районного суда, обязанность осуществить снос строения возложено на администрацию Нижегородского сельского поселения. Но на сегодняшний день должники под контролем судебного пристава исполнителя приступили к исполнению решения суда. В ближайшее время решение суда будет исполнено. Алтай-Эко-Вилледж не единственная турбаза, которой предстоит закрыться. В поле зрения властей более 200 участков, которые используют нецелевым образом. Промежуточные результаты массовых проверок земель в регионе обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, созданной по поручению главы республики Андрея Турчака. Контрольно-надзорные мероприятия проведены без взаимодействия, составлены акты в отношении 3430 земельных участков. При этом на территории 320 из них получены сведения о признаках нарушения земельного законодательства. 214 актов, содержащих сведения о признаках нецелевого использования земель, направлены в управление налоговой службы. Росреестр, Россельхознадзор, ФНС и другие структурные ведомства проверки проводят комплексно. Особое внимание участкам вдоль реки. Катунь – лакомый кусочек для бизнесменов ввиду их рекреационной привлекательности. В ходе земельных проверок в Республике Алтай выявлено более 200 участков, используемых нецелевым образом, а также более 100 случаев неиспользования земель. Сегодня рабочая группа приняла решение о сносе двух турбаз, осуществляющих незаконную деятельность – «Алтай-Эко-Вилледж» и «Манжирок-РФ». Напомню, что наша основная задача – навести порядок. Мы идем навстречу тем, кто готов к легализации, однако тем, кто не готов работать в правовом поле, придется нести полную ответственность. До конца года на предмет законности проверят более 27 тысяч гектаров земли. В случае нарушения пользования землями недобросовестных предпринимателей ждут серьезные последствия, вплоть до сноса объектов и прекращения предпринимательской деятельности. Кристина Чернова, Евгения Ежутова, Илья Петков, Сергей Бертман. Будни. Засветиться в 2025 году в администрации Бийска приняли решение разработать единую концепцию для освещения старой части города и коммунального моста. Проект на архитектурную подсветку мостового сооружения уже имеется, но на данный момент специалисты не приступают к его реализации. Связано это с тем, что освещение переправы через Бию должно гармонично сочетаться с архитектурной подсветкой зданий старого центра. Воплотить концепцию планируют в следующем году. На коммунальном мосту началась установка пешеходных ограждений со стороны музея Чуйского тракта и переулка Коммунарского. Старая изгородь вдоль тротуара возле моста была убрана во время его ремонта в 2023 году. Когда работы были завершены, общественники обратили внимание, что на подъеме моста стало, по их мнению, небезопасно, когда пешеходы находятся на тротуаре, с одной стороны едут машины, с другой – откос. Общественники и Народный фронт несколько раз обращали внимание на эту проблему. Летом появилась информация, что вопрос с установкой пешеходного ограждения с правой стороны решается. Администрация искала подрядчика, который за 4 миллиона рублей установит изгородь высотой в 1,5 метра, взамен демонтированной 40-сантиметровой. По всей видимости, заявку доработали, так как сейчас рабочие монтируют ограждение с другими характеристиками. Руслан и Людмила, сказка о царе Салтане, Евгений Онегин, произведение Александра Сергеевича Пушкина станут основной темой новогоднего ледового городка на Петровском бульваре. Над сказочным украшением будут работать ледовых дел мастера во главе с художником-скульптором Павлом Коробейниковым. У нас выходит обращение к нашему всему, к Александру Сергеевичу Пушкину.
и на бульваре будут развернуты композиции, связанные именно с его творчеством. Это прежде всего цоколь елки, условно называемое «Лукоморье», со стихами, с картинками, с ледовыми барельефами. Значит, отрывки из Евгения Онегина тоже очень существенные. Большая творческая задача – это четырехметровая ледовая композиция Руслана и Людмила, где будут отражены основные герои поэмы. Кроме того, на Петровском бульваре появится 33 богатыря изо льда, а также лабиринт с ледяным выкатом в районе фонтана. К празднику крещения у коммунального моста набии мастера воплотят изо льда географическую постановку, связанную с местом крещения, иконы, отображающие жизнь Христа. Традиционно на реке появится и 50 ледовых фонарей «Живой огонь», которых зажгут сами бийчане. И о погоде. В Бийске 15 ноября будет пасмурно, ожидается снег, ветер юго-западный, умеренный, сменяющийся западным. Атмосферное давление и влажность воздуха будут довольно высокими. Возможно, малая геомагнитная буря. Ночью минус 5, минус 7, днем минус 1, минус 3 градуса. И на сегодня это все. Смотрите все программы Бийского телевидения в интернете. Ищите по хэштегам «Бийск мой город». Пишите нам. Не забывайте и номер редакции 31 35 07. До свидания.